Это будет 2 недели с отрывом от производства. Каникулы и первые недели после каникул. Ежедневные по 5, по 6 часов. Интенсив со всякими другими. По преподаванию и обучению. Потому что все будет на английском идти. Я сейчас звоню из младшей школы. Это любое звено. Это в Москве. Да. Но вот, если хотите, я могу вам дать, ну, в смысле, вообще искали вас. Вокруг стройки, я не помню, есть или нет. А чего случилось? То можно снять на фотоаппарат. И потом эту информацию внести в компьютер. Может быть, у кого-то есть. Пока слушайте информацию. Да. Может быть, у кого-то есть уже фотографии нашего дома или фотографии своего двора. Значит, вот к тем текстам, которые мы с вами составляли, ну, во-первых, их можно все время корректировать, да, и эти фотографии можно подставлять. И потом, когда у нас уже соберется полностью весь материал, каждая команда выберет последовательность ее представления. Потому что можно начать с конца улицы, можно с середины, можно с начала. Можно идти в начале улицы, рассказать про дом и про жильцов этого дома. Потому что ведь на тех улицах, которые мы с вами выбрали, 5 улиц нас, живут наши с вами товарищи. Уже про них и про их семьи можно рассказать. И, конечно, фотографии там этого дома, фотографии там, а может быть, даже и этих людей можно поместить в свой слайд-фильм. То есть это уже большая такая исследовательская работа нашего района. И, безусловно, ваш друг, товарищ Марья Николаевна, с удовольствием вам в этом поможет. И обойтись без ее помощи и без присутствия ее в нашем слайд-фильме мы, наверное, не сможем. Правда? Значит, про нее страничку тоже нужно как-то организовать. Легкоатлетика на замок Юлька после дырка. О, съел. Ты что делаешь? Ну, проект ты. А как ты сквер? А как у меня вот. Вот. Юль. Сейчас. Вот, в одно слово. Буковками. Где вот такой, который наш там парк? Найди. Здесь клуб, а здесь там. Есть. А это не умеет. А как у меня нажимать? Так не надо. А я тоже не умею. А?